праздничный пасхальный ужин, дорогие друзья, оформлен особенно старательно и красиво. Вкусно, аппетитно, питательно, полезно. С любовью, с душой, с фантазией. Посмотрите на эти все украшения, как все сделали. Целые корабли, многомачтовые, многопарусные. Красота неописуемая, а запах это вообще непередаваемо. Вот это вот все сделать. Это рабочее время чье-то, которое нужно оплатить. Да. И каждый раз приходишь и соблазняешься все больше, больше и больше. А вес набирается все стремительно. Я уже встретили красным вином? И приветили, конечно, да. Напоили. В честь праздника. Посмотри, да. Там вообще многомачтовые корабли. Посмотри, да. Пока они... Снимаем, пока не... Пока не Киркен, все Киркен, это разрушили. Посмотри, посмотри. Это все как... Да вот, вот сразу. Посмотри, все какие чебурашки. Какие чебурашки? Какие чебурашки? Кальмар, рекомендую. Посмотри, какие чебурашки. Давай, посмотри, сколько их тут. Ой, дорогие друзья, пробовать не перепробовать. Я не знаю, сколько нужно дней брать путевку, чтобы это все перепробовать. Я так понимаю, что нужно взять путевку в следующий раз месяца на два, чтобы хотя бы успеть все это попробовать. Так сегодня, я так понимаю, праздничный ужин. Ну? Наложено все в 10 раз больше. Ну да. Ой, тюлечка маленькая. Тюлечку увидел, да. На черный хлебушек. Да, черноморочку. Тюлечку, тюлечку, да. Ой, так вкусно рассказывать, аж слюнки потекли, да. Ладно, в следующий раз беру тебя с собой. Слышишь? Да. Оливье не забудь попробовать. Да. Напомни. В следующий раз беру тебя с собой. Поснимай, пока все еще целое. Пока не дергай. Да тут если медленно наводить, так я буду до утра снимать и останусь голодным. Это же просто и невозможно это все. Дорогие друзья, и это после зимнего авитаминоза, после зимнего... А это что у нас справа? Да. Справа у нас справа. Ух ты! Вот это да, настоящий плов. Плов, не? Баранина, что ли? Смотри, там целый баран. Говяжий язык. Язык. Возьми два языка. Берем языка. За рога. Английского и украинского? Да. Берем языка. Ну что, ты справишься без меня? Это какая-то катастрофа. Это я не знаю, как даже все это успеть охватить, пока все это... Не. Там еще что-то жарит, гриль. Растащили. Ну давай же языка, языка возьми. Пойду возьму языка, ты иди, посмотри, гриль. Языком, да? Гриль. Возьми хотя бы парочку языков. Три языка. Ага. Мы узнаем у них все их секреты. Да. Выпытаем. Так, побежали в свободное место, где еще... Побывала нога голодного туриста, дорогие друзья.
Да, вы все это видите, я вот только успеваю это все фиксировать, ну а вы должны оценивать, лайкать, писать комментарии и подписываться. Ага. Нам привет, зрителям нашего канала. Так. Ай-яй-яй-яй. Ну, сколько всяких там спиралей. Ладно, это не очень интересно. Мы пойдем дальше. Не, вы видите, сколько здесь всяких бутылочек? Это же различные. Ну, даже не специи, а какие-то уксусы. Ой-ой-ой-ой. Так. Самое интересное, это там, где сразу же становится очередь. Значит, это именно здесь. Так, это языки. Меня не видно, дорогие друзья. Вы лучше видите. Да. Там куры, гриль, эти поросята на вертеле. Бараны, ну и все остальное. Все, что может быть едобным, все жарится и парится. Ой, не, ну все, женщины. Это для вас. Да. И это все для вас. И это все для вас. Это ой, 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 дорогие, дорогие. Паутинка какая-то. Да. Коляска там. И это нужно только не только все увидеть, но это нужно еще успеть попробовать. Да. Не, ну это какое-то издевательство. Над нашими желудками, нашими организмами, над нашим образом жизни и еды. Сам дома буду смотреть потом и удивляться. Это все наяву, дорогие друзья. Это просто сказка какая-то. Это не сон. Ущипните меня. Ну, вы видите, вокруг ходят люди, так что не только мне одному это все это снится. Опять не снится сон, один и тот же сон. Он вертится в моем сознании, словно колесо. Да. Так, пленка уже кончается, а количество блюд в меню переходит уже все мыслимые и немыслимые размеры. Видите, это рыба, дорогие друзья. Ух ты, так это же это. Это щетрина, что ли? Да. Я тоже такую хочу. Дорогие друзья, вы хоть увидите, а я и не увижу, и не попробую, судя по всему. Самогус должен успеть все показать, а очередь уже, смотрите, за горизонт. Ну все, остался без рыбы. Андрей, да не набирай, слышь?
Там осетрина вон это. Иди вставай лучше в очередь занимай. Лучше займи очередь. Где мы еще не были? Мы в баре не были. Мы еще не увидели. Фрукты. Мы еще не видели. Чаи и кофе. Пока народ ринулся на осетрину. И прочую там. Белугу и севрюгу. Мы проскочим здесь. Мороженое. Нет, но. Мы это видео. Okay. Так, вы видите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если я правильно сосчитал. Так, просто дальше. Общую панораму чуть-чуть. Этого ресторанчика. Так, дальше. Так, это что? Айранчик, дай. Айранчик, так. Нам наливают, угощают. Очень красное вино. Ого, да, праздник. О, конечно. Красное вино. Красное вино. Виски. Виски? Да, нет, красное вино. Начинаем с красного вина. Да, виски, да, скажите. Дорогие друзья, виски. Двойной, тройной, десятирной. Кому сколько? Мира. Виски, коньяк. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же отсюда выбраться? На двоих. На четырех. Ага.